Сегодня 12 сентября, уже наступила осень, на удивление стоит летняя жаркая погода, все зеленое, как летом. Будем ловить карася сегодня. Пруд обмелел, но, может быть, удастся поймать, потому что здесь всегда что-нибудь всегда ловилось. Так, первый попался, довольно крупненький. Боевой карась, чуть вторую удочку не сломал. Долго я его ловил, хитрый, зараза. Еще один. Так, упорно эти караси хотят мне вторую удочку запутать. О, примерно такой же. Кошачий карась. Этот карась пойдет к ложке. О, берега попался. Крупненький такой карасик. Карась издали. О, тоже кошкин карась попался на удочку у берега. Еще один кошачий карась. Это уже настоящий кошачий карась. Вот этот карасик покрупнее немножко уже, умеренно. Тоже кошачий карась. Это уже крупненький карась попался издали. Ладошечник такой. Время у нас 17:47, вот такой сегодня закат. Фокус пропадает. Так вот солнце садится. А вон прям на глазах. Да, осенью, к сожалению, темнеет рано. Стал утаскивать удочку, короче, о, клевал такой карасик, тоже крупненький довольно. Издали попался, о. Ну что ж, все, солнце уже закатилось, как поклевки перестали, будем собираться. Сегодня тоже так нормально удалось поймать. Не как, конечно, в прошлый раз в августе, когда там
одна за другой, но результат сегодня тоже есть.